смертный склад в своем рыбе, покончить с ними, умереть, забыться, и знать, что этим врываешь цепь сердечных мук. Тысячи лишений пришел, это не цель желанная. Тот, кто снёт унижение века, неправду питатель вельмож, доносчивость, тринутая чувством, и скорый суд более всего. Нас нет недостойных над достойным, которые просто сводятся концы. Старкин зал. Все на видео. Что вы делаете? Отпустите, пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу ребенка. Так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Уйди. Я сказала. Я сказала, нет. Отойди меня. Что делаете? Бери руки, сейчас я тебя побью. Да. Ребенка отпустите, я сказала. Я не... Да отойди. Нет. Нет. Вы что делаете? Вы вообще с ума сходите? Что это беспредел полицейский? Руки ты распускаешь свои. Что это за беспредел? Что делать? Похуй! Что? Успокойтесь! Вы что делаете? Отпустите ребенка! Вообще что ли? Уйдите! Помогите! Спасите! Спасите! Нет! Нет! Помогите! Помогите! Я сказала, нет, я не... Девушка, выйдите из машины! Нет, я сказала, я ребенка не отпущу, что делать? Выйдите из машины! Вы меня свернули, это беспредел! Я просто хотел! Ну что вы делаете? Вы сумасшедшие! Помогите, пожалуйста, ребят! Ну, ребят! Они просто увезут его! Знакомый мой! Отпустите, пожалуйста, помогите его! Мы не знаем, что делать! Я знакомая его. Вы можете, пожалуйста, оставить ребенка? Отойдите. Я знакомая ребенка. Отойдите. Ну что, скажите, что делать? Отойдите. Нет. Отойдите. Я сказала, отойдите. Я проеду с вами. Как я неадекватно? Вы меня швыряли. Я вас не швыряла. Отойдите, пожалуйста. Я сказала, я знакомая ребенка. Да подождите вы, блин. Руку уберите. Я говорю, ребенка отойдите. Я знакомая ребенка, вы слышите меня? Я сказал, что творится-то? Я знакомая, давайте подойдите. Поговорим. Я знаю. Подойдите, говорите. Да я ж нормальный, я ж нормальный. Это вы лишь... Отойдите от меня. Да подожди, ты можешь меня послушать? Да знакомая. Что вы делаете? Что вы делаете? Да. Что ты? Я сказал, я знакомая, давайте поговорим нормально. Что вы делаете? Я знакомая ребенка, давайте поговорим. Что назвать имя его или что? Соседка я его. А ты соседка? Ну? Нужны родители. Я с родителями свяжусь сейчас, давайте поговорим. Вот дверь закрой. Нет, давайте поговорим, я свяжусь. Я говорю, дверь закрой с той стороны. Я говорю, давайте поговорим. На каком основании ребенка забираете? Можете я нашел номер и сумку? Чего? Можете представить объяснение, на каком основании ребенка забираете? Ну что? Сейчас проходит мероприятие в связи... Я его соседка! Какое мероприятие? Да еще что соседка, я не пойму. Я говорю, я свяжусь с родителями. Ну вот связывайся с родителями. Пускай. Я же не знаю, куда вы его везете. Дверь закрой. Нет, я не отпущу, просто так идем. Да. Непонятно, да. Куда вы его везете? Скажите, чтобы родителя передала. ОВД Арбат. Кривоарбатский переулок, дом 14. Дайте. Можете представиться, объяснить, на каком основании вы ребенка собираете? Что? Молодой человек, который просто девушка. Я не говорю, потому что я знаю, что я не знаю, как это. Я не знала. Что, друг? Пропал. Как тебя зовут? А. Скажи мне фамилию. Оскар, я тебе помогу, подожди, не бойся, хорошо? Ты слышишь меня? Представьтесь, пожалуйста.
Они не представляются, они так шурят женщин. Вроде я обязана представляться, нет? Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Но вы ребенка доводите до истерики, что творите? Не хочу! Вы не имеете права меня трогать! Вы ребенка до чего доводите? Это вы его доводите. В смысле я его довожу? Вы что? Сильно испугался? Будешь еще читать стихи? Читай. А что читал? Гамлета? Да. Можешь повторить? Что? Декламируй. Они без меня просто в ламбу записали, меня охранниками. Да? То есть, сказали...